26 ноября в зале попечительского совета Казанского федерального университета прошло очередное заседание ученого совета. До начала основной части ректор вуза Ленар Сафин вручил награды сотрудникам Казанского федерального за многолетний плодотворный труд и вклад в развитие республики. Для представления претендентов по выборным и конкурсным делам слово предоставляется заместителю председателя конкурсно-аттестационной комиссии ученого совета профессору Таюрскому Дмитрию Альбертовичу. Повестка дня включала в себя несколько актуальных вопросов, а также раздел «Разное». Перед членами ученого совета стояла задача выбрать заведующих кафедрами, провести конкурсный отбор претендентов на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, а также обсудить вопрос присвоения ученого звания и выдачи дипломов кандидата наук в Казанском федеральном университете. Есть ли вопросы еще? Это кто за то, чтобы принять данное решение? Прошу голосовать. Кто за? Кто против? Воздержался? Единогласно. Спасибо. Уважаемые коллеги, на этом повестка заседание ученого совета исчерпано, за исключением вопроса, связанного с процедурой голосования. В финальной части заседания был поднят вопрос об утверждении представленного плана работы комиссии социологических исследований КФУ в 2023 году. Карина Саяхова, Фарид Захитуглы, Универньюз.